Привет, уже суббота, время 7:32:33 на улице, плюс 15, по крайней мере, по телефону. Так-то радио я еще не слышала, сколько там градусов. Ну, завтрак, вчерашний плов, кофе со сгущенным молоком. Сейчас я вам покажу, как во дворах у нас. Листиков еще нет на деревьях, снег еще лежит, ну и травки, соответственно, зеленой тоже нет. Но жарко, блин, дома, просто ужас. А дел у меня на сегодня полно в плане уборки. Хочу окно в зале помыть, пропылесосить, ну, короче, много всего. Вот. Ну, вам я буду снимать так, частями. Потому что мне хоть не шевелись, чтобы не жарко было. Ладно, буду начинать. А вам приятного просмотра. Надеюсь, приятного. Первым делом я сейчас буду гладить. Ну, тут у меня немножко, как обычно, футболочки, полотенчика. Ну, короче, чуть-чуть. Сейчас поглажу. Потом буду мыть в зале окно. Но прежде чем мыть, надо будет снять вот эту тюль. Она-то вешается тяжело вообще. Ее еще и глажу я всегда после стирки. Я не могу, даже если мокрая, она будет мятая после машинки. Будет она мятая, эта тюль. Вот. Ну и помою окошко. Окошко так-то не грязно, но все равно я мою раз в год, я не заморачиваюсь там, как некоторые, там 2-3 раза в год мою. Нет, я только протираю. А так каждый год я чищу сифом. Для меня это прям вообще, я, да, очень доскальная. Если я что-то делаю, то я делаю хорошо. Вот. Ну, а окно я уже тоже вам не буду снимать, как я мою, потому что мою я долго. Я погладила, теперь пошла снимать тюль. Хочу вам Люсе показать. Она еще больше стала линять. Да, Люся, прям вообще кусками валяется ее шерсть. Ну ладно, ничего. Потом помою окно, тюль повешу и буду пылесосить. Вот ее кусочки. Да, Люся? Люсенька? Девочка моя любимая. Поздоровайся. Поздоровайся. Зойчик мой. Да, лоскается. Ладно, пойду снимать тюль. Я работаю, а Люсе жарко. Ну, ей жарко. У нее еще шуба натуральная. Все, тюль сняла. Сейчас буду мыть окно. Как я вам уже сказала, я процесс мытья не буду снимать. Уже покажу в чистом виде. Ну все, я вам покажу. А балкон уже оставлю до отпуска. Уже когда в отпуск пойду и буду мыть балкон. Вот. Ладно, буду работать. Все, окно помыла. Тюль сохнет, потом буду гладить. Даже на балконе, не мыла я балкон, ну, в смысле, протерла. В течение зимы я там все равно, не часто, потому что там холодно, протираю там подоконник, стекла и пол, чтобы чистенько было. Я очень люблю чистоту. Причем во всем люблю чистоту. А, это мои запасы. Мартини, да. Это она по праздникам. Вот. Наташа дарила. Сейчас покажу, как на балконе у меня. Не люблю захламление. У меня тут все просто. Чемодан. И тут мамины вещи. Не знаю, куда их девать.
церкви у нас сейчас не принимают их. Ничего лишнего. Не люблю захламлять. Балкон мы делали еще при маме. Вот. Отвечаю вам на комментарии. На ваше спасибо, что отвечаете на мой вопрос. Значит, быть таким видео, значит, сестра будет снимать свои покупки, да? А я буду озвучивать уже ее покупки. Писать цены буду так же, как я делаю свои обзоры. И ссылочки оставлять буду в описании также. Это все будет не в одном видео, нет. Потому что у Наташи покупок очень много. Даже, наверное, больше, чем у меня. Наташа будет снимать, а я озвучивать. В общем, вот, что я вам окно все показываю. Я себя не хочу показывать. Я уставшая, извините, пожалуйста, что я себя не показываю. Сейчас, перед тем, как буду гладить тюль, хочу попить кофе. Кстати, время уже 12 час. Вот. Эти конфетки Рафаэлки, это мне Оля дарила. Не помню, правда, на какой праздник. На 8 марта, кажется. Вот, только что их... Еще даже не раскрыла. Вот сейчас буду их раскрывать. С Рафаэлками попью. И буду гладить. Что-то я так устала вообще. Жара, конечно, выматывает сильно прям. Сколько сегодня дома? Сегодня попрохладнее, но все равно жарко. 20-28 почти градусов. Влажность 36. В общем, вот так. Еще сегодня хочу сделать в печи своей новой эти, как они называются... Сосиски в тесте, в слоеном тесте. У меня уже и тесто, и сосиски, но пока еще тесто в морозилке. Это я уже буду, наверное, вечером делать. Также процесс вам снимать не буду, а уже в готовом виде. Ну, в смысле, покажу, как они до, и потом уже после. Вот, ладно, попью кофе. Все. Тут уже поглажено и висит. И свежо сейчас так. Чистотой тюли пахнет. Я знаю, что я неправильно говорю. Тюль это он, а я говорю она. Да и ладно. Я не совсем говорю правильно. И не стесняюсь этого. Ну все. Теперь надо пылесосить. Дуся сейчас будет щемиться, она боится очень этот пылесос напольный. Буду обедать, макарошки, ножки тушила, мультиварки также. И чай с лимоном-лимон у меня был замороженный. Все, кто кушают, и вам приятного аппетита. У нас выглянуло солнышко. Хотя на сегодня обещали дождь. Было бы неплохо, конечно, чтобы пылюка пробил. Это в окна летит эта сажа. Прям не успеваешь протирать. Но я уже подготавливаюсь к своей выпечке. Сосиски уже с оболочки сняла. Тут 8 штучек. И слоеное тесто. У меня, кстати, в ведре, правда, покажу. Вот такое вот взяла. Моя цена не стала дорогое брать, тем более в магните. Я один раз взяла в магните слоеное тесто. Я вам выставлю картинку, какое. А оно такое было. Его, наверное, разморозили, потом опять заморозили. Его было невозможно от двух частей отодрать. Вот. И когда я как раз духовку испытывала тем тестом, пробовала пользоваться. Вот, а это вроде бы отошло нормально, все хорошо. Вот буду новеньким пользоваться. Вот, все подготовила. Вот этим буду нарезать полосочки, когда раскатаю эти пластины. Время уже 4 час. Ладно, когда я закручу и эти сосиски в тесте, я вам покажу. А, кстати, смазывать я буду это, так как у меня яиц нету дома, буду смазывать это
молоко с яйцом, с майонезом смешаю и сверху смажу для золотистости, ну, чтобы красиво было. Все, сосиски намотала, помазала это молоком с майонезом, ну, как я вам говорила, сверху. Духовка у меня уже нагревается. Не очень красивые, конечно. Ну ладно. Ничего страшного. Все готово. Даже все остыло. Сейчас буду пить кофе. А это я сделала круассаны. Правда, вытекло. Ну ладно, ничего страшного. Делала вот с таким махеевым джем. Мне нравится махеев джем. Вот слоеное тесто, короче, мне как-то вот по вкусу я еще не пробовала. А вот так вот при выпечке мне как-то не понравилось. Или я еще пока не понимаю в нем. Написано на упаковке готовить при 220-230 градусов. Но я включала на 220. Ой, на улице громко слишком. И написано готовить 15-18 минут. Ну, в итоге у меня не 18 минут, а 25. Или я еще пока просто не понимаю в нем. Ну, как-то вот мне оно все равно, даже на внешний вид как-то вот не очень понравилось. А так, мягенькое все вот. Видите, ну, только что вот некрасиво. Ну, ладно, что поделать. Попробовала зато. Ладно, на сегодня я с вами, у нас, кстати, уже время, почти 6 часов, а еще светло, сейчас открою, вот. Еще светло, ночь-то у нас сейчас светлая и все, так будет у нас светлое до августа, но мне, кстати, нравится, когда ночи светлые, мне так легче просыпаться с утра. Вот. Ну, буду с вами на сегодня прощаться. Всем спасибо, кстати, за то, что отвечаете на мой вопрос. Это для меня важно. Спасибо вам большое за это. Всем пока-пока. До новых встреч.